Романтика натюрморта – так назвали выставку фоторабот, которая открылась накануне в Ангарском городском музее. Автор снимков – Михаил Чеклоуков, работает на одном из градообразующих предприятий, а фотография – его хобби. Однако в последние годы увлечение переросло в профессиональную деятельность. Человек, который постарался себя в этой жизни найти, как бы свое призвание, свое понимание, что он может в этой жизни, это очень здорово. Если не нашел, нельзя в этом вообще останавливаться. Как бы я считаю, что я себя нашел в фотографии. И как бы, как вот говорят некоторые поэты, что если мне пришла в голову какая-то идея, если во мне создает какое-то стихотворение, то я пока не напишу, я не успокоюсь, иначе мне будет плохо, я буду мучиться. То же самое с фотографией. 20 натюрмортов Михаила Чеклоукова – творческий итог прошедшего года. Каждый снимок – законченное произведение искусства с идеей и композицией.